Первым коммунистом на планете в новом летоисчислении был Иисус Христос. Положите Нагорную проповедь Иисуса и рядом моральный кодекс строителей коммунизма один в один. Ну просто надо изучать Библию, вы тогда будете понимать. Свободный проход, и здесь мы будем пропускать. Вот. Дорогие друзья, дорогие товарищи, еще немножко я вас попрошу, чтобы машины проходили свободно, нас предупредили. Господин президент, как на пеньках голосовали за так называемый референдум по Конституции. Вам понравилось все в багажниках, в машинах эти бюллетени развалили, голосовали. Вам понравилось, как в подворотне, вот здесь, где, значит, соцзащита вот здесь у нас находится, в министерстве. За эту самую конституцию, полностью фальсифицируя результаты голосования. И что это? Запад заставил вас это делать? Запад деньги вам дал, чтобы вы фальсифицировали и дискредитировали избирательную систему. А электронное голосование это совсем из вона. Вам выходящая мера, которую прописала партия жуликов и воров в законодательстве, в законе. Избирательная система электронного голосования не позволяет контролировать результаты голосования. Позволяет контролировать, где, как голосует избиратель. Нет наблюдателей, нет членов комиссии. Неизвестно, на каком ресурсе и какой администратор там перерисовывает результаты голосования.